Всем привет! На этом видео я покажу вам, как начинать работу на кофемашине Франки Флэр. Изначально нам нужно проверить, чтобы в колбах для кофе было кофе, в бачке для воды была вода, и трубочки у нас стояли в молоке. После этого нажимаем на кнопку включения. Ждем, пока запустится машинка, и всегда мы должны сделать утреннюю очистку, нажав на вот эту кнопку. После этого на экране у нас загорается надпись «Select продукт», значит мы готовы к работе, можем готовить напитки.